Здравствуйте, дорогие Алёшенька и Ксюшенька. В общем, приятный день сегодня. Это пятница. Я сходил сегодня в город. Там заодно посмотрел эти самые усцуги, вытянул. Ну, как говорится, надо выходить в люди из нашего окрестного селения. Не, ну у нас не самый центр, но у нас все равно какое-то такое благополучие новостройки царит, потому что самый центр — это город старый. Там действительно старый город, и возможно, что жили там не люди когда-то, а великаны. Потому что что-то, ну ты видел, это все я могу подтвердить, повторить. Короче, много что было на земле, и кто-то не устает экспериментировать. Ну, возможно, великаны вымерли, потому что была атмосфера раньше, подходящая для них. И они могли такое тело большое носить свое. А потом давление упало, и все вот эти вот тяжелые существа, они вымерли, не будучи способными передвигаться нормально и так далее. Но это все мелочи по сравнению с мировой революцией. А революция в чем у нас, товарищи? Весна. Весна, конечно, и какое-то на душе приятное чувство, что это радость, которая... Причем вот именно чувство, а не то, что мысль. Мысль понятна, мы там можем чем надумать. А вот что вот она правда. Радость-то. Радость. Почему радость? Потому что, ребята, человек создан для радости. И вот если он радуется, значит, что-то он там такое почувствовал хорошее. Вот и все. И вся, как говорится... сторона счастья. Ты что-то почувствовал, и тебе хорошо. Опять мы с вами встречаемся? Ну, значит... Ну, что вот, видите, с техникой. Ну, техника-то такая, на грани фантастики. Я вытащил отсюда симку, чтобы не мешало. А надо. А вот, ну, видишь, я могу сам сказать что-то. Вот. Ну, ты какая-то это пробудилась. Весна. Весна? Ну, ладно, счастливо. Пока. Ну, короче, и вот это весна. И папочка сейчас еще разок прогуляется, потому что в такой день надо просто это гулять больше, использовать вот это счастье. Ну, правда, вот все вот ликует. Это вот надо чувствовать. Если человек чувствует, значит, он в том правильном настроении или измерении, даже, может быть, там мы не знаем, все это очень серьезно. Ну, в общем, там, где голова начинает что-то вы такое выкаблучивать и нам объяснять так серьезно, сразу начинается тоска. А вот когда оно непосредственно, о, это и есть радость. И тут как раз вот лучше так, чем с высоких кафедр там мерности раскрывать, какие они, почему и от чего. Все равно нам не постичь всего сложного настроения, содержания, счастья. Вот так, счастье с счастьем, а сейчас солнышко уже зашло, я Людвига ждал, но он мне написал, что не может, я уже сказал, потому что он руку свою, бедненький, зашиб, там играл, не знаю, может быть, в ручной теннис, я не знаю, во что он там играл. Ну, в общем, как-то получилось так неудачно, но, может быть, он что-то вот поймет через эту свою проблемку,
потому что у него раньше болела голова. Голова вот просто вот как у родителей, мигрень наследственно передалось. Может быть, одна боль другую подавит. Я такое просто когда-то тоже замечал, что вот физическая боль подавляет иногда душевную боль. Ну вот, допустим, это у меня было так. И вот мне стало так хорошо, помню, болит, да, вот что-то ноет там физически. А вот то, что было раньше, проблема душевная, она просто исчезла. Вот, как интересно бывает в жизни. Так что я думаю, что что-то и Людвигу там перепало хорошего. И вообще он потом поймет, что этот фальшивый центр возбуждения мигрени, то, что выдумали врачи, его собрать, он учится еще только. Все это когда-нибудь уйдет, это проклятие этих вот нейропрограммистов лингвистических или каких там бомбастических, дубинистических. Ну, потому что надуривают всех, а сами деньги собирают. Короче, это папа тем временем, мерно, после такой заслуженной недели, да, потому что 4 дня все-таки в школу ходить, это все-таки системность. А потом, еще завтра у меня, это тоже дети, с утра пораньше. Вот мой. И это тоже важно. Прийти назад. Через мостик уже можно переходить. Я был там. Вот, так что все хорошо. Ну, вот в эту неделю я ничего особенного не творил, потому что, видимо, перетворился раньше. Ну, вот и все, что я могу вам сказать, мои хорошие. И приятно так вот сейчас. Оделся хорошо, ни жарко, ни холодно. Ну, в общем, тепло. Что-то такое вот божественное. Одно слово. Одно слово. И так вот рисуются какие-то картины восточных государств. Там типа, ну, Таиланд не Таиланд, но хотя бы вот тут поближе что-нибудь. Ну, какое-нибудь государство там найти. Вот, типа Бутан есть такое, ну, в общем, что-то экзотическое, я не могу сказать, что, ну, вот цветут там эти, у них весенние деревья, и это очень красиво, потому что они особые, да-да-да. Я когда-то, когда с Иванкой еще дружил, мне тоже такие картины грезились южного весеннего настроения. И вот этот южный ландшафт такой очень необычный. Там и памятники очень древние, какие-то такие накрученные. Вот это все там. Азия, Южная Азия. Вот такие вот вещи папе кажутся. Пусть кажутся. Да, вот такое ощущение, что вот если мы разовьем свой мир, счастье, мир счастья на основе нашего опыта счастливого настроения, то уже можно его включать, когда ты хочешь. И радоваться, вспоминать. Я сейчас тоже не на этом экзотическом юге Азии, в каком-нибудь там государстве, Бирма там или еще что-то в этом духе. Но там очень-очень экзотично. И вот как-то вот это дает ощущение счастья, потому что ты в новый мир пришел, и вот вдруг увидел такое, как, которое тебе никогда не виделось, и ты это увидел, и запахи такие почувствовал цветущих весенних деревьев. Ну, там насчет весны, по-моему, там их много весен, но две весны-то есть. То есть у них другое циклическое наполнение вот этого теплого года. Поэтому там что-то другое. Но важно, что оно тем, как говорится,
круче, настойней. Вот. Если там быстро протекают эти периоды циклические. Ну ладно, это все опять на теорию куда-то норовить выйти. Чего я не хочу. Вот. Ладно. Так что вот заметили, что завтра еще деточки. И вот мой недельный уклад будет осуществлен. Ну, а сегодня я даже и не хотел, чтобы мы с Людвигом там что-то изучали, потому что, ну, я наелся, как-то уже настроение такое, больше где-то отдохнуть, но я себя сейчас это настраиваю всегда после вот этого обеда, а обед поздно был, там к 4 где-то. Чтобы не все, во-первых, съесть, чтобы не потянуло в сон, не дай бог. Проспать солнце – это счастливое, ласковое весеннее. Это святотатство. И вот так. Вот Васенька там на балкончике сидит, довольный. Даже я заглянул, он обычно выскакивает, там что заметил. А тут он даже сделал вид, что меня и не увидел. Может, и правда не увидел. Но, во всяком случае, он не торопится назад с балкончика. Вот он какой. А мне стал бросаться его носик, кончик вот этот коричневый. И он такой у него ярко-коричневый. Я смотрю всегда и думаю, ну надо же, какой носик. Это же надо так придумать, с такой любовью. Его как вот нарисовать так вот ярко. Ну как дети ярко рисуют, так наслюняют еще карандаш цветной. И сделают еще ярче, как чем... можно. И вот такой Васик носик имеет. Сугубо коричневый. Ну ладно, все, ребята, ребяточки мои хорошие. Ну, нечего говорить, ну, все, выразил. До свидания, целую, люблю.
Thank you.